Или 40? 40 лет было в этом году. 40 лет было. Так что... У меня не знаю все равно. Ну, как ничего не изменилось. Посмотрю за учебу, шаги носить, может быть, она ехала, да? Она... Что ты стал? Вообще-то к вам вроде как с камерой заходили. Это воспитанные люди. Как будто заходит Татьяна Александровна. Здравствуйте. Говорите, здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте. Я желаю вам отличных оценок сегодня на уроке. Спасибо. Садитесь, ребята, садитесь. Харченко Яна, реферат на тему «Русская живопись на рубеже 19-20 веков». Вот такие прекрасные рефераты у нас, ребята, делали. Яна Харченко. Не весь, не весь интернет, не переживай. Так, поэтому оценка 4 у Яны. Рима Шамильна, зауч нашей школы, преподаватель русского языка и литературы. Вот такие, вот такие. Может быть, он помнит ее. Это Саша Басалаева. Саша, привет. Ну, не знаю, может, и помнит. Фамилия знакома? Фамилия знакома. Если помнит, значит, привет. Так, итак, Харченко, 4. Дальше. Русский театр, Маршалов, 4. Слушай, так радостно, а вдруг у вас оценки будут лучше? Марина. Ну что это за не знаю. Приятно. Человек. Я хочу подметить, что не все еще мы можем изучить, не ломая. И вот наша задача сохранить, приручать эти процессы, не ломая. Крымский заповедник, вошедший в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, это целое ожерелье уникальных объектов, аналогов которых либо нет в мире, либо их можно сосчитать по пальцам. Выделение огромного количества газов. Газ скапливается вот в этих долинах и держится где-то на высоте до полутора. На месяц мы были даже в этом походе. Чемпион России, да? Однократный чемпион мира. Ярошенко Дмитрий по биатлону. Дмитрий Ярошенко. Смотрите, какие у нас выпускники. А у нас еще за границей есть выпускники, которые занимаются в Америке, живет девочка. Выпускница Нина Андреевна по биологии, призерка всегда была олимпиад. Сейчас она занимается генетикой, наукой. Понятно, как надо учиться, Костя? Понятно? Нет, Костя молодец, я просто даже не увидела, что он... Вот так, ребята, и вы такими будете, если будете просто слушать учителя и выполнять задания домашние, больше ничего.